Здравствуйте, друзья! Рабочая классика, нож универсала таежный, вашему вниманию, из наличия. Как вы поняли из названия ролика, с новой железкой, ну, точнее, новой для нас, хром 12 молибден ванадий, или CR 12 мов, или хром 12 мов, кому как удобнее, так и называйте. Ролик будет длинный, нудный, поэтому посмотрите, послушайте, выскажу вам свое мнение в целом об этой железке. Итак, два ножа, клинки, как я и говорил, сталь хром 12 молибден ванадий. Собственно, что это такое, друзья? Сталь производства КНР, Китай. Вот эта аббревиатура, если там, допустим, перевести ее на русский язык, Х12МФ. И, ну, то есть обобщенное название вот этой вот группы сталей: Х12МФ, Д2, К110, ЛОК2379 и же с ними. По итогу, что мы здесь получаем на железке? Кому интересен состав, заходите в Telegram, выложу подробные фотографии и почитайте состав. Состав у железки очень-очень хороший. Практически я бы назвал это аналогом Д2, а может быть даже лучше. Термообработка 62 единицы. Клинки у ножей, спуски от обуха прямые, резачки финишированы мелким сатином. Рукояти оба ножа из черного граба. Со вставкой кориан, искусственный камень. Ну и, естественно, с каждым ножом темляк с бусиной. Размер универсала 255 общая длина, 130 клинок, 30 ширина, обух 2,9. Обращаю внимание, друзья, резачки. Кто хотел обух потоньше, пожалуйста. По таежному, по клинку все аналогично. Спуски, соответственно, исполнение, финиш, рукоять. Аналогично, то есть я сказал об этом. Только размеры отличаются и геометрия по клинку. Размеры 275, 145 длина клинка, 31 ширина, обух 2,8. Два рабочих красавца, друзья. Пожалуйста, кому какой больше нравится. По железке могу сказать следующее. Кто подписан в Telegram, в принципе, помнят, знают. Первые пробные ножи такие уже сделаны. Отправлены, были уже людям некоторое время назад. Я получил только положительные отзывы. Почему? Вопрос тоже стали задавать, почему вы стали с ней работать, с этой железкой. Да все очень просто. Д2 сейчас найти очень-очень сложно. Под эластрон, да, то есть нужен аналог. Вот этот аналог, это вот оно самое есть. Практически, да не практически, а действительно, это вот аналог Д2. Состав, повторюсь, там шикарнейший. Огромное спасибо, огромная благодарность Леониду, который любезно сделал мне анализ этой железки. Надеюсь, увидит ролик, посмотрит, услышит. Еще раз спасибо огромное. Стоимость любого ножа 4200 рублей. Да, чуть подороже, чем Х12МФ. Естественно, с ножными, кожа теснения на двух подвесах. И вот так ножи сидят в ножнах.